Все мое почтение, и вот будет смешно, когда вот Путин ослабнет, уйдет от власти, и вот Россиюшка-матушка будет раздираема между кланами олигархичисто-ФСБшными. Каждый будет мечтать прийти к власти. Коммунисты, ЛДПР, и все эти начнут грызть друг друга. Начнется междоусобица между кланами. А рано или поздно Путин уйдет. И вы представьте, даже не страшно то, что начнет междоусобица, а страшно то, что Россиюшка, матушка, благодаря Путину, будет окружена врагами лютыми и кровными, начиная от Украины, заканчивая Грузией, Молдавией и другими странами, Азербайджаном, даже теми же самыми финнами, которые, ой, как помнят те 30-е годы. Так что это будет весело, ребятушки.